Мемориальный дом-музей Левитана вошел в рейтинг Всероссийского народного онлайн-голосования «Мой любимый музей». Учреждение заняло 30-е место в топ-50 музеев страны. Рейтинг составили по итогам онлайн-голосования на портале «Культура.РФ», которое проходило с 4 по 26 ноября. В нем участвовали 1600 музеев со всей страны. Отметим, что Мемориальный дом-музей Левитана входит в состав Плёсского музея-заповедника. Летом 1888 и 1889 года здесь некоторое время жили художники Исаак Левитан, Алексей Степанов и Софья Кувшинникова. В музее представлены репродукции фотографий, рассказывающие о жизни художников в Плёсе, подлинные картины Левитана и его друзей, личные вещи мастера пейзажа.